Пожар на побережье Одессы. В ночь на воскресенье горел ночной клуб «Пляжник». Никто не пострадал. Огонь вспыхнул около половины 11 вечера. Пожарным понадобилось чуть больше часа, чтобы потушить пламя. Что стало причиной возгорания, еще устанавливают. Пострадали подсобные помещения и сцена клуба. Черный дым повалил откуда-то из служебного помещения, и потом моментально огонь, гари, это все, ну, буквально за какие-то там считанные минуты начал распространяться огонь. Люди, которые здесь находились, и персонал, и гости концерта тоже помогали спасти, что можно было вообще, в принципе, вытащить.